вот эти пять участков в течение вот этого второго года обучения, значит, мы день учились, через день ходили на производство. Вот были введены уже бригады, значит, месяц пройдет, нас приводят на другой участок. Вот на этом мы, там нам делают производство, оценку какую-то, там это были специально, но мы-то не занимались, а мастер занимался этим делом. И вот последним самым моим участком в то время был участок центровки, выделен. Вот. Это значит монтаж главных механизмов, турбин, линии вала, центровка. Он назывался центровкой. Но центровку ты представляешь. Это сложнейшая работа. Это надо вот эту начало точки отсчета вот этой турбины и привести на винт до одной сотки, это самое, центровать, чтобы эта линия была. Представляешь это? И вот я в эту бригаду попал. Ну, прижился там. Перед окончанием это самое. Мне бригадир сказал, Александр Васильевич Кожарин, кстати, тоже участник Великой Отечественной войны, старшина турбинной батареи. Единственный человек здесь из рядового состава имел орден Богдана Хмельницкого второй степени, полководческий. Жуков я наградил этим орденом. Вот. Ну, интересна эта история, про это не буду говорить. Так вот я в эту бригаду я пришел. Только условие было такое. Раньше было 8 этих самых разрядов у соседей монтажников, да? Вот. А когда мы выходили, ну тоже было вот 8, да? Вот нам давали 5-й разряд. Вот сейчас ребята выходят со 2-м разрядом. 5-й. Но он мне сказал так. Вот ты еще пока сосунок. Работа все хорошо, но наше дело очень точное. Вот давай ты по второму разряду поработай. Вот если тебе это самое, в пятый ты не бери, по четвертому. Вот скажи мастеру, чтобы он тебе запомнил. Вот я сказал, говорит, мне давали так, я учился хорошо, и оценки, видимо, хорошие были. Дали мне 4-й разряд. И, Валера, я пришел в эту бригаду. На этот участок я всю жизнь, только потом ушел в завтрашнюю команду, когда в турбинисты, ну, а то по производству уже, так? Вот. Я поработал на этом участке. То есть, получается, фактически с 49-го, да, с 50-го, да. Да, с 50-го года, и по 91-й, вот я непосредственно все вот это был на этом участке. В 91-м вы вышли на пенсию? Да. Но еще хочу что-то сказать, что вот когда я пришел уже после окончания местного училища в эту бригаду, вот как раз уже тут 52-й год начался, до армии я, вот стали строить эти крейсера, вот эти, которые разрезали, вот я принимал участие, вот там турбины были этого самого Харьковского турбинного завода, установка интересная. Турбина высокого, среднего, низкого давления, редуктора, это самая линия вала, там у нас насыщение большое. Вот, ну, работа, я тебе скажу, что вот я не хвастаюсь. С целью монтажников я считаю, что это самая точная и самая интересная работа. Вот, вот если выделить сейчас, вот появились реакторные отсеки, вот, самое, там турбинные отсеки, теперь гидравлика вот сейчас. И этому самому гидравлисту дали героя соцтруда Иванову, да? Вот. Это я с этими работами даже, это мы считали, что они это работают. Вот. Ну, как говорится, вот, немножко огордился даже этим. Центровка, это же что-то, это же точность. Там, во-первых, надо, как говорится, и руку набить, и соображать. Ну, вот посчитаешь, вот ты центруешь, да, вот, табличку написал, вот, это вот, например, 23 тонны, установка, это самое, вот она стоит на отжимных болтах, 4 человека там сидят, и, а вот я стою со щупом на стрелах, да, посчитаю вот это, и начинаю подбирать, раз, раз. Ну, с
Сначала не получалось, потом все пришло, ты, ну, шестой разряд, получил все такое. Так что что-то я еще-то хотел сказать. Так. Вот, уже. Значит, вот еще я говорил про фронтовиков, что мне везло, да? В этой бригаде было 8 человек участников Великой Отечественной войны. Отличные мужики, прошедшие войну, год рождения там 17-й, 18-й, 20-й. Вот. Они прошли войну все, да. Вот. Беда только в том, что они все любили выпить. Война. Воевали, эти наркомовские постоянные приемы, да. Вот. Я когда пришел уже обратно с армии, было заведено, что значит ты получил получку аванс. Надо туда, вот ларьхиры стояли, спаивали в этот рабочий класс, точно, в свое время государство. 6 ларьков было вот по этой популярной улице, а нас поселили, вот где были мастерские. Вот первый год мы учились, дом, двухэтажный дом, деревянный. Вот, там это все разрушили, сделали переборки, сделали комнаты, и мы вот там жили. Вот. До 52-го года. А в 52-м году построили вот эти Ленина, ну Артижевская тогда была, 46-48, общежития эти были. Вот нас сюда переселили. Так вот, я вот с этими мужичками, да, вот, ну дошло до меня, думаю, ну что-то. А вещи ходили-то, в то время не переодевались. Вот, раздевалок-то не было. Вот. Придешь, это вот ты весь же грязный, вот, так немножко где-то в туалете так обмоешь или ветошью с маслом вытрешь и идешь сюда в общежитие. Вот. Ну, в общем, условия это были не сахар в то время. Вот. Ну и я вот, решил, думаю, ну я пошел в эту самую вечернюю школу. Только из-за этого, что у меня. Ну, не нравилось мне, что отходить там, это, выпивать, да, и притом это, вот, там же дозы были страшные, вот и в этих вот ларёчках, то, 36 стариков полярного, пока мы до той самой, ну, до бани почти, вот, да, 6 ларьков, доза 150 и кружка пива, вот. Пацану, вот, это вот я еще после армии уже стал соображать, что мне нужно. У меня сестра, которая работала в ТЭЦ, жила индустриальная 27. Знаешь, что меня поразило? Я у ней, там, они втроем с девушками в общежитии, она уходила там на работу рано, да, и вот я вот по этой индустриальной, железнодорожной, на Ленина уже, Ленина, это Артижевская была, там сделана эта самая железная дорога. Вот. Эти вот дома стали тут уже потихонечку готовить, да? Вот. Их вели. Ведут. Ну, я, конечно, не военнопленные, да? Да, военнопленные. Собаки, все это. А вот и заключенных. Угу. Вот. Но вот далее эти уже, вот это вот, мне запомнилось это. Ну, поражало, потому что, во-первых, я вот смотрю со второго этажа, пацан отходит. Это 2000-миллионный, это вот все, да. Я еще это, вот эту бяку я увидел, когда я был в детдоме, вот эти лагеря были под Солтой, вот эти заключенных. Это не военнопленные, заключенных. Вот. И их там тоже кормили плохо, вот эти вот карьеры делали, вот этот песок готовили для этого самого, для Молотовска. Вот. Там же железная дорога была сделана, построена. Вот. И там сбежали они оттуда, еще это был уже 47-й год, да, вот. Но сбежали, и вот в Ненахсе, тут рядом с домом сельсовет, вот, смотрим, одно поймали. Вот ты представляешь, нет? Вот сидит мужик вот так вот, колени подогнул, ну, рвань на рване, такой это, ну, как скелет, да. Рядом овчарка. Вот. Любое шевеление. А нам интересно, пацанам-то, да? Вот. Насмотрелся вот я, да? Там тоже очень много было этих. А второе,
вот это что, это уже вовочию. Когда стала застраиваться площадь Ломоносова, она была огорожена полностью забором с вышками. Вот. Если мы немножко опаздывали пройти, пока их не привели, бежать на работу по рельсам, вот, то значит опоздаем, охрана приходит, перекроет, их ведут и ведут, ведут. Там много людей, там надо было. Вот мы уже на работу выходим там на Полярную улицу, и вот, вот надо было крюк такой давать, да? Вот там строили тоже, но я тебе не скажу, что немцы там были, или военнопленные, или вот эти заключенные. Но, в общем, картина не очень красивая. Такая общая, да, вот это. Вахты никакой не было на заводе, то есть забора не было, абсолютный вход был свободный на завод, на территории завода, или была пропускная система на завод? Пропускная, строгая очень. Была, да? Да. Вот была 56-я вахта, и была центральная, вот мы ходили через центральную, 56-я вахта, вот эта, которая вот здесь она вот сейчас, да, отдел найма там, ну вот отдел найма сейчас там, там нет, а он, по-моему, тут центральный. Так вот, мосточки Болотина, вот улица Полярная, кончалась деревянным домом. Такой дом с медоимщиком такой, это знаешь, вот до сих пор есть еще такие колонки эти деревянные. Был портовской магазин, так и называли. Вот от портовского магазина, вот туда, на 56-ю вахту, вот мы тоже ходили, потому что когда мы кончили ремесленное училище туда, все монтажники работали в 9-м цехе. Но очень это тут кратковременно, да? Вот. Потому что я вот это самое ушел в армию, с 9-го цеха я уходил, а пришел уже разделение. 9-й цех трубомедники, вот, а монтажников все перевели. В армию вас призвали в каком году? В 1953-м. Два года там это было положение, что два года я отработал. В каких войсках отслужили? А я в таких общевойсковых. Ну, у меня получилось интересно. В средней знаешь. Полосе? А? В средней полосе? Вологда, город. Вологда, Вологодская область и Ленинградская. Угу. Получилось так. Вот я только не знаю, ты запишешь. Выдали путевку. Девица. Вот. Все, прошли комиссию. И при том у нас попало это все выпускники это ремесленного училища. Я посмотрел по времени, да, пароход ходит раз в неделю. Я уезжаю и приезжаю обратно на этом же пароходе, вот, в деревню съезжу, на родину, вот, вот так вот тянуло меня к морю туда. Я взял, поехал туда, да. Вот. Ну, поехали, знаешь, там еще у меня, это, вот, мы там продавали это время дом, сестра и брат криминализовался. А тот, который пограничником служил 9 лет. И ты представляешь, этот пароход-то у нас высадил, а обратно шторм, он не зашел. И я практически остался в дезертировании. Вот. В эту группу мою, которая, значит, всю, вот моих докашников всех отправили, они учебку проходили войсково, ВБС, да, вот. А потом их отправили в Германию, где дослуживали. А меня тут ищут, вот, беглец. Ну что, приехали, а брат там служил 9 лет, он взял за форму, старшина заставы. Пошли, был такой подполковник Бурко. Начал объяснять подполковнику, что так и так, вот такое служил. И да, документ там дали, что пароход опоздал. Вот. Двух открывается дверь. А ну заходи, дезертированные. Вот бросай туда эту самую котомку у меня под диван. И вот туда, в эту самую, вот в комнатку, иди сиди там. Я тебя устрою. Вот, вздумал. Ну, пробор сюда. Ну и что, и он
Точно, в команду меня взяли, значит, да, тоже 17 человек, ну, было. Вот. Есть такая станция Кадуй, вот, там инженерные войска, вот. И Кущуба, вот это еще лагеря, которые Власов, вот это самое, общевойсковые, ну, там танковые, артиллерийские, все вот такое вот, да. Вот. А нас отобрали, вот из группы, наверное, человек 6, и в эту самую полковую школу дивизионно-сержантского состава. Ну, тут нам дали. Если ты представляешь, что такое служба. Никакой дисциплины, дедовщины. Абсолютно, это самое, как раз еще Жуков убрал эти режимные эти самые, приемы раньше. Кали, бей, причем так это было после войны, да? Как физзарядка. А он, значит, это самое, плацы наделали, солдатов наставили, строевая подготовка. Вот это нас муштровали. Ну, а потом я дослужил нормально, полковым взводом. Вот. В 55-м году вы возвращаетесь обратно на 56-м. 56-м. И пришел обратно туда же, откуда я... Вот, к Александру Васильевичу пришел на квартиру, дослужился. Вот мои заслуги, сержант, вот, снежки, все. Ну и меня, естественно, я пришел, это интересно тоже у меня получилось. Я ушел с 9-го цеха, а положение такое, откуда ты ушел, туда и приходи. Прихожу в отдел труда. Так, ага, ты вот с 9-го, все. Направляю, дают 9-й цех, там разберетесь. Кем ты там будешь, медником или монтажником? Но монтажников там не было. Но я им говорю, уже Кожарин-то, я уже был у Кожарина. Вот я им говорю, вот так и так, я вот сходил уже к бригадиру, вот. Нет, нет, ничего. Вот. А пропуск уже был выписан, временно. Я прихожу к Александру Васильевичу обратно, говорю, так и так, говорю, не берут меня туда. Как не берут? А он заслуженный мужик-то был, это, ну, на доске почета на областной. Ну, и ордена такие, значит, бригадир такой бригады, ну, ремел. Ну, и, значит, и мне говорит, завтра утром приходи, пойдем вместе на работу. Так, приходим, 50-й цех, тогда еще 50-й цех, вот это крыло, которое, вот первое сюда вот это, ход был с торца, да? Сейчас-то все переделано же там. И кабинет начальника цеха, можно было заходить, а уже туда в док уже пропуска. Да? Вот он меня завел в кабинет начальника цеха, Камай тогда был, Жир Лазаревич. Вот я вот, ну, вспоминаю этого человека тоже, вот тот, что он мне вот такое доброе дело сделал. Да? Ну я сижу в солдатской одежде вот тогда. Вот, ну, вырос я сильно не вырос, но так рослый был, но все там, то брат произносил, в общем, одежды-то не было. Ну то сижу, приходит Кожарин, не Кожарин, Камаев приходит. Вот. А девушка сидела, говорит, ладно, говорит, жди, вот раз я, это секретарша. Ну, она ему говорит, вот, говорит, солдат, и говорит, тут, говорит, вас ждет. Ну-ка пойдем, он такой. Вот, пришли. Вот. Я говорю, это вот так и так, это самое, вот мне вот направление. Он говорит, что, так ты зачем сюда-то пришел? Вот, я говорю, так это я уходил, говорю, из бригады Кожарина. Вот. И сейчас я уже, вот он меня сюда привел, говорит, жди, говорит, это самое начальника цеха, если там это самое. Он, если у тебя будут вопросы какие-то, пусть он меня даст команду, чтобы меня разыскали, я приду туда к вам. Жир Лазаревич только услышал фамилию Кожарина. Вот ты правильно говоришь, что ты работал в этой бригаде и пришел, да? Он говорит, какой ты молодец, а? Берет это, перешеркнул, направит в 50-й цех. Все, с легкой руки. Вот два человека у меня было, которые дали мне дорогу в жизнь, честное слово, Валера. Это мне вот
Я сейчас вот, видишь, с каким восторгом сейчас говорю, да? Ой, я Александра Васильевича до конца жизни, он его потом призывал, он здесь вот недалеко от меня жил. Ходил к нему всю жизнь, похоронил его, все ответ. Ну и Израиль Владимирович, ну тот сказал, ну ты так вот смотри, работай хорошо, я буду у тебя это самое. Так, по-отечески чисто. Вот так вот у меня получилось, что я остался вот на этом участке. Все, прирос к нему. Ну, а стадия такая, я прошел, значит, 11 лет центровки. В 50-м цехе отработал 26 лет. 26. Когда открыли 55-й цех, заложили первый гранит, акулу только позднее немножко закладывали. Начальник участка, это самое... пригласила меня вот так и так. Алексеевич, если мы предлагаем, набирая бригаду, собирай, а уже бригады были сквозные сделаны, вот это тоже с моей подачи, что мы вот приходим в отсек, ноль, ничего там нет, насыщение полностью делаем, на берег, принимаем пар, сдаем, крутим, моря, сдача и север. Вот бригада вот наша, вот так вот, первая стала, вот эта сквозная бригада, там даже у меня на доске вот написано, где для героя, вот написано автор сквозных бригад. С их постройки турбинного отсека, корпусом мы не занимались, а насыщение, турбины, там же масса этих вспомогательных механизмов, особенно вот на гранитах, это я перечислю, что у нас в хозяйстве было. Вот этот Калужский блок уже приходил, блочная система, это вообще там, да, вот, было. Ну, интересно работа, я еще раз подчеркиваю, что интереснейшая работа. А молодежь, это вот заинтересовались сквозными бригадами, что приходил молодой паренек, он один-два парохода это пройдет, монтаж, половина бригады работает в цехе, половина на берегу, швартовая, интересно, механизмы запускают, все, в море идут. Вот, денежный, вот это тоже фактор был хороший. Вот и вот этим делам привлекали. И вот ребятишки, мне было 85 лет, их человек на 8 пришло меня, но они уже не ребятишки. Я уже тоже пенсионер, я ушел давно. Вот это мое производство. Я не буду говорить там про награды, это... Оно шло, и я, кстати, этих наград, они мне такого были в тягость, вот, честно. Ну вот одновременно с выполнением основных работ на производстве, что я занимался, да, я всю жизнь занимался еще общественным делом, да. Ну, практически, если говорить об общественной работе, я был разный, но мне особенно запомнилось, что я был 6 созывов депутатом городского совета. В то время нас было что-то порядка 270, ну, около 300 депутатов, вот, депутатских округов, значит, ну, и мы распределены были по депутатским округам. Я был руководителем депутатской группы, вот я уже говорил, вот это самое, границы труда, а теперь это самое Ломоносова, Карла Маркса и Воронина. Громаднейший это самое, микрорайон, вот. Ну и в основном вели приемы. Каждую среду, это я, значит, как руководитель, я приходил, ну и в основном из 18 человек были разные, это самое, и были, это самое, не заводчане, вот. Но в заводе было много депутатов. Значит, занимались вот вопросами именно, что благоустройство, вот, это было характерно для того времени, вот, в дворах, вот, даже вплоть до того, что тут было задание на какого-то больше, что делать какие-то площадки, что вот собирать. Вот в наше время, вот сейчас они не могут, вот это собрание, вот этого дома, который приватизировал, не могут собрать. Для меня, например, это было очень просто. Да? Но я находил что? Школа. Я знакомился с этой самой заучем. Вот, например,
Вот если там был один год, 25-я школа у нас была, да? Вот. Этот актовый зал, приглашали родителей, как это самое, вот, через школу, депутаты сами приглашали, ходили. И вот я не хвастаюсь, скажу, что аудитория была, это самое, полная, и всегда вопросов очень много было. В то время очень много вопросов было. Да? Ну, вот состав группы был, это самое, различный, были руководители производств. Вот, например, в моей группе был директор предприятия наш, вот, генеральный директор, говорит, Гусейнович Пашаев. Так, была Галина Павловна Щеблытко, зав этим самым Горанов в то время, Краснов, председатель исполкома. Вот эти фигуры были, ну, это было неплохо, потому что вот эти собрания, которые мы собирали, да, вот, значит, ну, в основном-то были из рабочих, очень много было. Говорить не умели по-хорошему, а то просили, можно, давай до Гусейнича или вот Щеблытко, Галина Павловна. Не отказывались. Вот. Ну, было что-то, вот, что, ну, я в этом отношении был такой настырный мужик, типа тебе вот. Все равно говорю, да. Вот моя депутатская деятельность. Там же я, это самое, два созыва был членом Верховной партии. Ну, там ответственно было. Вот, например, мне было поручено, когда строился ДОК-2 на расширение это самого города нашего, да, вот, там по Архангельскому шоссе, да, я самостоятельно поехал туда, познакомился вот с этими с рабочими, вот, критикнул на этой самой на сессии и вот, на пленуме Полякова от Остры, вот, ну, некоторые обижались за мою, вот, в то время еще как-то и реагировали на это не очень здорово, да, но я просто делал выводы, если я прав, то я прав, а если я чувствую, что что-то не очень, я не буду тогда выступать. И вот тебе, Валера, я тоже советую вот это. Ну, а вот остальное, когда я уже депутатскую закончил деятельность, это, наверное, в 90-м году, это пошла демократия, даже я выступал на площади здесь, вот приходилось мне выступать, да? Тогда вообще это такой был, это, ну, что-то непонятное. Это псевдодемократы появились, проще, у нас их цехи появились, вот я с ними тоже боролся, например. Ну, еще я вот не сказал, что одновременно вот это депутатство, в конце своей рабочей деятельности я был председателем трудового коллектива. Это вот Горбачевский новый закон о труде. Вот. Вот. 3 года я. Вот. Я практически был этим самым рабочим директором. Пашаев вообще в этом отношении его. Он принимает, и я рядом с ним сижу. Решали вопросы, но у меня не было такого, что я, ну, знал, что мы должны производству помогать, что к организации там и прочее. Вот. Вопросов масса. Как-то получалось все, да? Ну вот после этого вот, я трудовую деятельность закончил, и вот и общественно, но тем не менее я это самое вот, езжу каждый год сейчас в свою деревушку отдыхать, вот, ну и стараюсь что-то такое. Тут мы вот, вначале говорили, что я осуждал, что очень много вот, большевики натворили, что вера потеряна. Я вот решил восстановить старую Таню, вот, сделал часовенку. Вот, Таня часовенку позвал, тут мне помогли в заводе доску, что это в честь такого-то, такого-то. Вот. Иконок приобрел, каких-то там иконостасик маленьких сделал. Ну и периодически приходят местные, ну там ни попа, никого нет, но идут туристы, заходят. Вот, но они видят, что все сделано с любовью, и да вот рушили все. Вот я сейчас смотрю. Вот второе вот новшество, которое я сделал в деревне своей, это вот Андрей Петрович, по-моему, Шуков, да? Я с ним познакомился, пришел к нему в питомник, приехал. Он мне практически подарил 15 кедров молодых трехгодичных, маленьких.
Ну и я с любовью нашел место, посадил. Вот. Эти 12 я сделал аллейкой, и там еще своим родственникам покидывал. Сам себе посадил около дома. И, вот. Растут. Сейчас сколько лет прошло уже? Вот с 15 года, считаю, это вот 4 года. Ну, вот они уже у меня вот родственники, они очень тихо растут. 7-летки. Да, они вот будут расти после 7-8 лет. Вот. Но есть такие могущенькие, ну как народ, вот, есть хиленькие. Вот. Но я с любовью приезжаю всегда, да. Ну и второе, конечно, я вот в эту деревню езжу, там, наверное, могилы моих родителей. Могилы, это самое, 42-го года, мать 41-й, отец 42-й, Витенька там 40-й, бабушка тут тоже тогда. Вот. Но кладбище у нас вот как песок на ядрах. Да, я вот сумел, приехал, я тут, у меня перерыв большой был, 19 лет я не был. Вот. Я разыскал это все, сделал заборчик, там кое-что тут сделал такие, типа, не кресты, а памятнички такие примитивные, да. Вот, и езжу я туда, вот сейчас, практически возвращаюсь с детства, во-первых, изменения, если бы военные там не стояли, то военные нагадили вот, вот на берегу, там железо и прочее. А уйдешь в другую сторону, вот как это все было, вот в моем детстве, вот я, это бальзам надо, что-то здоровье для меня, да. Ну и, во-первых, моя ответственность. Вот сейчас никого уже не стало, родственников, вот, вот я это самое занимаюсь даже вот этим делом. Так что вот мои, не знаю, доживаю я или не доживаю, но тем не менее я стараюсь, чтобы активничать. Вот этот круг Харвел у нас, вот я там замом Маркина, вот у нас два зама в городе Мия, да? Ну, по мере своих возможностей, предложения, все. Ну и самое основное общение. Общение сейчас с возрастом. Друзья ушли из жизни уже. Все друзья абсолютно. Кто со мной работал, и даже и вот эти вот ребята, я уходил, им там было по 35 лет, тоже стали из жизни уходить потихоньку. Вот это вот немножко вот это одиночество меня. Немножко тяжеловато, но вручает еще хобби у меня, книги. Читаю очень много. Вот сейчас, если взять, вот я читаю, это сама Русская Америка, там вот это сама Океан, потом третья книга. Вот тут у меня целая, что книги это вообще здорово. Вот. Ну, стараешься, вот, чтобы хоть в этот, в общение, хоть через... Интересуюсь текущими событиями. Живу. Особо на жизнь не жалую. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за большое такое раскрытое интервью. Спасибо за историю, рассказанную о нашем городе.